Блэк, если я брошу курить, то мне я боюсь, что я сорвусь с похудения. Вот ты одной рукой печатаешь? Ну, зачастую да. И даже, я бы сказал, одним пальцем. Хоть я ходил на курсы эти. Когда у нас был этот в школе УПК, что ли? Что-то такое было. Мы ходили с классом из школы куда-то в какое-то там непонятное заведение. И там я опять отличился. Все пошли заниматься какими-то мужскими делами. Я не помню, мужскими, блядь, какими мужскими, блядь, в школе. Ну, что-то так, я не помню, что они там делали. А я пошел в женский класс, это самое, на машинке печатал. О. То есть я был там один парень, надо мной еще парни там смеялись, периодически дверь приоткрывали в класс и смеялись. Типа, о, парень там один, типа, сидит. Ну, что-то типа того, какие-то шутки там были. В общем, я учился печатать на машинке, там нам рассказывали, как пальцы ставить, в каких положениях там, как бы, в общем, я учился, и я умел, но в итоге все забыл. Шинода, а я никакую корку, кстати, не получал оттуда. One, ну в каком смысле страшно? Бывает неприятное одиночество просто. Я могу со светом спать. И котик мне очень сильно помогает. Котики всегда скрашивают одиночество. Алан, а все это отменилось. Мы с ним обсуждали возможность проведения двух стримов. Я был согласен, и он тоже. Но потом у него поменялись планы. Вот так я скажу. Я просто не могу все детали говорить, чтобы никого не подводить и т.д. и т.п.